Всем привет! Сегодня 19 марта, воскресенье. Детский кинозал. Что, детки уже смотрят? Детки да. Уже смотрят, да. Понял. Я вам потом скину, добавите кусочек видео людям, да. Там, где у нас прямой выбор мультфильма происходит. О, классно. Мы засняли, да, все у нас по-честному. Все понял. Дети выбрали мультик сегодня под названием «Душа». Ух ты! Ой, отлично, да. Хороший мультик. Да. Теперь они будут познавать сознание и душу через мультик. Посмотрим результаты. Класс. К 2 часам придет зеленая лаборатория. С проектом сегодня будем учить детей сажать растения, высаживать растения. Посмотрим, что у нас там дети будут, как себя проявлять. Дальше будем развивать этот тоже процесс. Интересно. Угу. Все, пошли мы подглядывать. Подглядывать. Так. Папа там волшебничает. Привет. Ага. Работают кудесники. Только не надкусывай вату. Девочки справа сразу, да, маленькая, которая тут справа. Вот здесь, да? И нам одну вату на двоих. Да, Валечка? Конечно. Будем? Конечно. Мама Лена, ты уже вату вот пробовала? Нет. Нет? Вот тебе. Кушает. Еще. Мы тоже по секрету, да? Я полтора в чек поставил, не ладно, не могу. А это девочки, конечно. С Юпочкой девочки, да? Да. С Юпочкой мальчика. Круто. Ох, какие они большие. И за мной. Заработали себе на вату. Ну, первая вата за все время, сколько мы мультсеансы здесь проводим, я себе позволил вспомнить детство. Вот это сила воли, да? Нормально. Спасибо тебе, Максим. Да, спасибо. За эту сладкую жизнь. Самое интересное, Макс, мы создали, сделали на монобанке, ну, банку, назвали ее «На радость детям». А, на радости детям. За месяц никто из тех, кто смотрит это, там лайкает, вот размещаем зачисление средств, ни одной копеечки. И почем этот парадокс, вот мы не понимаем, вот почему. То есть люди готовы там скидываться на оружие, там, на какие-то там еще на это вещи. А вот на радость. Не, вот на микрофоны, да, на радость прислали, а детям почему-то вообще, при том, что каждый рассказывает, ой, а что вы там кормите сладкой ватой, да, одна только девочка Лера прислала пастилу там. Да, девочка молодец, за пастилу и благодарна. У нас постоянный наш еще меценат, это Юрий Витальевич. Вообще молодец. Юрий Витальевич, яблоками детей постоянно кормят. Мы сейчас уже горячий шоколад привезли. Макс привез же горячий шоколад, мы сейчас воздадим детям. Вообще молодцы. Да, Макс тоже молодец. Ну, вот единицы, которые действительно как-то стараются помочь, да, чтобы... Ну, вот у нас реально 4, как бы, ну, спонсора мецената сейчас. Это вот Макс с благотворительным фондом, вот, который нам помогает сейчас и оборудованием, и периодически там то молочные, то смеси, то каши там он привозил, и витамины, теперь вот, ну, горячий шоколад. Юрий Витальевич, который нас постоянно яблоками обеспечивает. Девочка, которая пастилу нам прислала, Лера, да, и предприниматель магазин Водолеева, Володя, да, который постоянно обеспечивает нас сырьем для сладкой ваты. Вот 4, ну, постоянных, как бы, поддержки, которые мы чувствуем. Ну, и... Всем огромная благодарность. Наимся. Да, после ваты надо выдавать мокрые салфетки. Да. Все, вы досмотрели. Вата закончилась. Мультик закончился? Да. Так, не расходимся, детки. Сейчас. Дети, подождите, не расходитесь. Ну хоть расскажите, как мультик понравился. Да. Смотрите, все здесь. У нас сегодня, смотрите, сегодня к нам еще
благотворительный фонд, который вот нам помогает, поколение майбутнього. Вот, нам привезли сегодня еще горячий шоколад. Горячий шоколад. Каждому из вас домой, родителям разобраться с этим процессом. Давайте мы тут. Держите. Держи. Все, кто любят, держи. Кристина нравится, держи. Катя, бери. Взяли. Да, горячий шоколад. Любишь, да, Дава? Макс взял, Денис взял, все. А, это Марк не захотел говорить. Одна сдача, да. Вот, спасибо Максиму. А теперь смотрите, детвора, у нас же есть еще от нашего друга, дяди Юры Витальевича, да? У нас есть еще витаминки. Так, а ну, поворачивайся ко мне, держи витаминки. Витаминка упала. Здорово. Витаминка побежала, подскакала. Держи. Нет, яблоки не кушайте, яблоки мыть надо, не пора. Так, ты берешь еще одну яблочко. Не, ну можно пойти ж помыть яблочко, если кто прямо сейчас хочет. Понял? А шоколад ты туда положил? Да. Так, где у нас девочки? Девочки? Где вы, мои хорошие? Держите по два яблочка. Давай, держи. Еще одно держи. Держи еще одно. Сейчас еще дам. Сейчас всем дам. Держи. Одно. Яблоки видишь как. Так. Оленька. Вам держите на всю семью здесь. Я вам сейчас еще одно яблоко туда вкину. Вот, все. Вот. Все яблочки там. У нас пообещали горячим шоколадом. Даю. Еще пачка одна осталась. Знаете, а вы это организаторы сделали фотографию? Детвора, в дальней комнате вас дальше ждет. Подожди. Зеленая лаборатория. Зеленая лаборатория. У него там для вас сюрпризы есть. А ну пойдемте посмотрим. Пошли посмотрим. Мама Лена, мы в зеленую лабораторию, ты с нами? Ну интересно. Здесь дядя Витя теперь. Ага. Дядя Витя. Здравствуйте. Что ты тут приготовил деткам? Вот приготовили, будем смотреть микроскоп. Как интересно. Будем сеять пшеничку. У кого котики есть дома? Ну, есть котики. Вот посеем пшеничку и потом будем, она вырастет и будем угощать котиков. Как интересно. А что, Ирил, тогда тому покажем эту самую бабочку, какая у нее шубка. Очень интересно было. Так, а ну не толкайтесь. Он первый, а что? Так, мужчины, а ну терпение. Так подходи сюда к микроскопу смотреть. Сейчас он, дядя Витя, все настроит. Кто не смотрел бабочку, посмотрите, подходите. Ты смотрел? Ты смотрел бабочку? Нет. Ну возьми, обойди. Я не смотрел. Давай, подходи. Тихо, осторожно. Стол чуть подвинуто. Да, смотри туда. Видно? А другим глазиком попробуй. А что ты не хочешь снять? Она тяжелая, маме отдай. Давай там поставим возле дедушки. Давай возле дедушки. Давай возле дедушки. Ну, увидел там что? А, да, вы тоже не было. Бабочка. Или я подержу. Да? Да, а что там? Кто там? А кто не смотрел еще микрофон? Ну посмотри. Ну, отходи. Ну так, проходи тогда. Тихо, тихонечко. Видишь, какая бабочка? Так не видно, какие у нее зорчики, да? Так видно. Да. Все, они помыты, иди кушай. Видно? Красивая бабочка, да? Что, на червячков будем смотреть? На червячков, да. Как интересно. А я другой сейчас буду
внимательно наделите. Сейчас дядя вас покажет вам доступно. Ты попробуй, мама Лена. Попробуй. Можно, да? Конечно. Вон червячок там ползает. Смотрите. Все, это сейчас семечко. Видишь червячок? Я не могу сделать. Даже вот это сейчас, это надо спит, он так еле-еле двигается. Видишь? Привет. А ну да, я посмотрю. Кушать, кушать, кушать. А, он чуть убежал. Не-не-не-не-не. Вон он крутится, смотри, он калачик сворачивается, смотри сюда. Видел? Видишь, он калачиком кружочек скручивается. Посмотрел, давай теперь другие посмотрят. Черешку. Давай другие посмотрят тоже. Это кто не моет ручки, такие червячки там водят. Ну, я не вижу. А ну настрой. Настрой. Не, вон он прямо в середине. Он что-то кушает, какую-то травку. Видишь? Увидел? Иди смотри, червячка. Прямо он посередине. Увидел, да? Ну какой, как красивый червячок. Это нут, да? Нут. В общем, и мамам интересно, и детям интересно. Да хватит. И вкусно. И вкусно? Витаминки. Мальчики, не дети. Готовимся к лету, да? Ну проходи. Что они там не поедут? Это ребят. Нет, это Маш. Как? Это бобовая, чувствую. Прям салат, да, готовая, можно прям сыпать. Видно? Класс. Я пропускаю, не шмейку, да? Я уже убрал, все посмотрели. Сейчас мы вытрем. Сейчас посмотрим, какое зернышко. А зернышко чего? Зернышко пшенички. Ух ты. Сейчас посмотрим. Я вообще не смотрел. Сейчас, подожди, дай я посмотрю. Все видно. Ну, там вот. Дети дотронулись до этой. Самое, прям вот этот росточек, он еще с такими ворсинками. Он такой черный. Видишь, ну, какой? Максим, ну, на свой, господи, а страшно, да, большое. Черное, все черное. А ладно, это зернышко. Камень. А возьмите, попробуйте каждый по зернышку скушайте. А мы не возьмем тоже зернышко скушаем. Это полезно. Возьмите. Бери зернышки. Как птички, да, зернышки? Да, как птички. Это полезные зернышки. А возьмите вот это еще. Вот. Берете вот так вот, вытаскиваете. Видите, какую штуку, и кушаете. С корешком, да? Да, с корешком. А, он уже мягенькая. Да, земли нет. Тут же нету черного. Но мне тоже, кстати, нравится. Вот вытащил, да, он без земли, без зубов. Пробовали вот эти вот. Да. А я не хочу. Смотри, Настя, попробуй. Я не могу. Вот это длинненькие бери, отрывай. А эти одинаковые? Одинаковые, да. Сейчас будем их сюда в коробочке стелить. Кто будет брызгать? Кто умеет брызгать? Дядя Витя, так что сейчас будут делать дети? Сейчас будем брать зернышки пшеницы. Давай, дети, ну тихо, пускай дядя Витя объяснит, что будем делать. Смотрите, как я делаю. Можно я микроскоп посмотрю? Посмотри. Смотри, конечно. Смотрите, дети. Как надо съесть пшеницу? Это не надо, она ест. Берете вот так сначала, брызгаете. Кто будет брызгать дальше судочки? Давай, брызгай. Вот это надо все судочки побрызгать. Проходите, пожалуйста. Хорошо брызгать, да, чтобы они мокренькие. Чтобы, Марк микроскоп смотрит. Чтобы была мокренькая тряпочка. Везде. Нет, чуть повыше, чтобы оно распыляло больше. Я сейчас. А ты другой. Дай он другой тоже. Я никак не умею зернышко.
Да, давай. А это солнышко никак не увижу. Не увидишь, как? Она сбилась. Не, вон оно. Это оно такое большое, вот, огромное, как слон получился. Смотри. Это ж увеличение такое. И вот этот близок. Только надо, чтобы она была все мокрая. Давай брызгай. Отдай кому коробочку эту. Двумя руками, возьми, двумя руками. О, вот так вот, на, хорошо, вокруг все. Ты хотел побрызгать? Вот. И вот это тоже надо. Будешь брызгать? Да. Давай. Дай все сладкие. Мальчик тоже побрызгает. А я держи. Тоже хочу ее. По очереди, ребята. Ну, вот нажимаешь и брызгаешь. О, молодец. Молодец, все, как побрызгали. Только не в него. А теперь берем зернышки, смотрите, вот как делает дядя Витя. Берем вот так и сеем зернышки, давайте, каждый посеем. А потом через неделю придете и посмотрим, какая будет пшеничка. Давайте сейте, сей. Бери зернышки. Детки все сеют. Помощников в вашем деле. Да, будете помогать. Я делаю. А потом посмотрите на свои творения. А я тоже хочу. Я тоже хочу. Дядь Витя. Хорошо, посмотрим, да? Чтоб они лежали плотненько-плотненько возле друг друга. Смотрите. Можно им такое, да? Вот так вот. И равняем. И берем, равняем. Смотрите, он что делает. И вот так надо каждый судочек сделать. Давай, бери. Совместный труд. Сейчас я все покажу, подожди. Ты смотри, как сеет, учись, как сеет. Давай. А вот подсолнух. Теперь равняйте, да. Надо разровнять, чтобы это самое. Только не сильно придавливайте. Чтобы она была, как, знаете, как полотенечком лежала. Все, пшеничка. Я так. Вот так вот надо. Не, хватит. Здесь уже много. Распределите, чтобы она была. Ну, чтобы один на одном лежала, распределить надо. Распределяйте. Распределяйте вот так. Распределяй, бери, чтобы оно было ровненько. И нежненько так. Да, тихонечко, не сильно придавливая. О, папы пришли попастись. Правильно понять, что тут дети едят. Папы, ведь вы что там? Поскромнее, пожалуйста. А где тут мусорка? Давай сюда. Мы... Дай кому-нибудь выкинуть. Ну давайте, что вы это самое? Я один, что ли, буду сеять? Я же для вас принес, сейте. Пожалуйста, да, пропустите, давай. Я выйти хочу. Вот делайте, чтобы было ковриком, чтобы не один. Чтобы интересно всем. И мамам, и детям, и папам. Мама, мама, ничего не крути. Мама. Поливайте. Прям горошек. Смотри, и сдует. Да. А подсолнышек? А вы маслом чувствуете? А Катя мне сказала, что у нее ассоциируется со вкусом кашки детской. Не детской, которую она на улице. Ну, акация, да? Гриша, у тебя все полили, побрызгали все. У тебя кожа черная. Я их побрызгал. Побрызгай. Все, хватит. И все кашу так тоже, да? Да, а потом слажем судочек на судочек. Ух ты, утрамбовываем, да? Разравниваем. Плюс темное место ставим. Да, и темное место ставим. Как раз. Здесь да. Темно будет. Что, через недельку уже что-то будет, да? Вот через неделю придете и посмотрите, какая она будет. Вот зелененькая, красивая. Детки, через неделю придете? Через недельку приходите. Да. Посмотреть. Вы же посадите, а потом заберете своим котиком. Лаем и придавливаем грузиком. Ну, грузик будет у нас им зимой. Оно не пролезет. Все. Такого груза достаточно, да? Ну, килограммчик где-то надо. А микроскоп все можно подарить? Микроскоп, да, сейчас дети выйдут. Что, папа, тебе тоже интересно? Не,
положил. Не, я за него уже подаю. А, малыш. Как твои дела? Ну, не смотрел, да? Все, вы тоже закончили? Нет еще. Там деда тебя зовет. Выпустите Рому. Все. Ну что, в следующее воскресенье приходим. Смотреть, какая вырастет пшеница. Смотреть на урожай. Телескоп, мама. Давайте смотреть телескоп. Мам. Давайте смотреть. Дава, что будем делать сейчас? Горячий шоколад. Вкусняшка. 100%. Здорово. О, наконец-то музыканты появились. Куда идти посмотреть? Я не видел. О, мама Лена, а ну сыграй нам. Давай. Подкрепилась зеленью? Да. Ну давай. А теперь раздуй, раздуй меха. Прислушиваем. А ну скажи, мама Лена, сыграй нам. Мама, у нас училка на таком играет. Я там перекрыл. Что это за подстава? Можно вставить. Мама, у нас училка на таком играет. А на волос можно посмотреть? Посмотри, конечно. Ну посмотри, она может не смотрела. Дай мне шоколад. Нет. Давай, давай. Музыкальная пауза. Вот так вот весело, познавательно проходит воскресный день в народном бомбоубежище. Смотри, листочек подсолнух. А что ты не смотрел? Надо было все смотреть. Ты сейчас согласовал, кстати. Зриша надо поговорить. Что он скажет? Он же должен нам открыть. Ну, хорошо. Ну, поговори сейчас с ним. Хорошо. О, поймал, видишь? Ну, все, общипали. А, сейчас еще попробую подравнять, нет? О. Листочек. Прикольно. А, два рэпера! Опа-па! Красавчики! Аккуратненько! Та-та-та-та-та-та-та! Красавцы! Здравствуйте! Нет, она здесь! Опа! И третий попрыгучий! Василина зовут девочка. Возьми меня! Мама пришла! Говорят, она уже одета! Да! Василина за тобой, мама пришла! Большое, да, здравия вам! Спасибо. Приходите! Они там семена посадили, зернышки вместе. В следующей неделе будет урожай. Да, посмотрели. Красавчики, братики, акробатики. Вы какой-то номер приготовили? Нет. А ну. Ой, красавчик, ой, красавчик. Давайте пойти в лесу, у нас там в лесу. Молодцы. Вот там быстрее будет. Боже, сколько энергии. Ох, эти мальчики, пацанчики. Молодцы! Мальчики-пацанчики! Молодцы! Мальчики-пацанчики! Кто там? Кто там звонит? Это мальчинка лапа! Это чемоняха! Это Жогер! Я сейчас пойду! Я новый мальчик! Или бутылку. Все